На Лисичанском направлении подразделениями южной группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также на данном направлении авиации группировки нанесено поражение по местам скопления живой силы и боевой техники противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства «Краб» в районе Ивановки, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Антипекю» в районе Меньковки, 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста» в районе населенного пункта «Острое» и два миномета на позициях в районе Маринки и Красногоровки. Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.